Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать все оповещения о новых стримах и видео. Всем привет, ребятки! С вами Джов. На экраны ваших компьютеров уже вышло обновление 9.17. А это значит, что и мы подготовили для вас модпак к этому патчу, который, кстати, вышел весьма добротным. Несмотря на то, что разрабы отложили введение новой механики пробития и отмены правила 2-3 калибров, в патче все равно есть куча интересных плюшек. Это и новые шведские Потасау, это новые шведские тяжелые танки. Это довольно серьезный ап многочисленной премиум техники, который, кстати, я думаю, сподвигнет владельцев Т-34 или Львов снова выкатить свои машины в рендом. Это новые мини-карты и HD-модели. Короче говоря, нам будет чем заняться в этом обновлении. Что касается модов, с момента релиза общего теста мы для вас оптимизировали и перерабатывали под новое обновление наш любимый модпак. Несмотря на то, что разработчики еще в прошлом патче добавили в клиент немало нужных и красивых модов, в нашей сборке все равно остаются модификации, без которых свою игру не представляет ни один скилловый игрок. Это дамаг-панель, информационная панель, комплексный мега-мод XVM, умные шкурки пробития, удобный ангарный мод-инвентаризатор, который помогает продавать разный ненужный хлам и выгонять разный ненужный экипаж, мод просмотра брони и многое-многое другое. Все эти моды исправно работают и готовы вам помочь в нагибе. И кстати, у нас есть кое-какие обновления. Во-первых, мы добавили в модпак бандитскую озвучку из игры Stalker. Очень забавная и атмосферная вещица. Понравится фанатам этой серии и вообще в целом всем людям, которые ценят юмор и старые игры. Во-вторых, мы доработали мод «Круг 15 метров от танка», теперь он работает еще круче. Ну и последнее, как вы знаете, у ВГ с конца прошлого патча появилась новая политика по поводу запрещенных модов и банов за них. И они в число запрещенных модификаций добавили таймер перезарядки из дамаг-панели. Этот мод мы еще с полмесяца назад убрали из нашего модпака и можем с чистой совестью вам сказать, что наш модпак чист перед законом, никаких запрещенных модов у нас нет, так что можете смело его ставить и ничего не бояться. И последнее. Ребята, пожалуйста, не забывайте, что оптимизация модпака под каждый патч – это реально дофига и дофига работы. У нас нет команды из 100-500 человек, которые делают это типа за пару дней. У нас трудится всего лишь 2-3 человека, и они тратят дофига нервов и времени. Поэтому, если вы цените нашу работу, наш модпак и